Как сделать обычный поход по магазинам не только полезным, но и выгодным? Ответ прост – получать гарантированные бонусы. Уникальное приложение DoSmart, созданное казахстанскими разработчиками, предоставляет доступ к лучшим ценам и предложениям на рынке, а также дает возможность сравнить цены и получать гарантированное вознаграждение за покупки. Принцип действия прост – купить товары, сохранить чек и отсканировать его в приложении. Полученный кэшбэк от 1 до 15% от стоимости покупки можно накапливать или перевести на баланс телефона. Если бы такое понятие, как шопинг-туризм, было в Казахстане, наше приложение, оно бы убирало нужду сбора и катания по магазинам, потому что все лучшие цены есть у нас на платформе. Наше преимущество в том, что мы с помощью производителей, с помощью компаний, которые заинтересованы в этом, можем предложить пользователям шанс заработать неплохие деньги. То есть, если, к примеру, представим, что человек, ну, даже какую-то совершенно несусветную мелочь в районе 200-300 тенге с каждой покупки будет иметь, представьте, сколько это сложится в неделю, а сколько сложится в месяц, а за год. То есть это дополнительный канал заработка для наших пользователей. Сервис абсолютно бесплатный и доступен в виде веб-сайта и мобильного приложения DoSmart для пользователей Android. В скором времени планируется запуск приложения для операционной системы iOS. Кроме того, кэшбэк-сервис является одной из полезных функций казахстанского приложения iTu. Сегодня обменять чеки на бонусы можно во всех регионах страны, в более чем 20 городах Казахстана. Разработчики приложения сотрудничают с крупными супермаркетами, магазинами, аптеками и даже с производителями отечественных продуктов. Ассортимент акционных товаров можно посмотреть в главном меню сервиса. К примеру, сегодня это колбасы, молочные продукты и лекарства, а завтра – крупы, мука, подсолнечное масло и шоколад. Главное условие – обменивать чеки в течение 3 дней со дня покупки. Приложением DoSmart я уже пользуюсь около полугода. Там очень много интересных выгодных акций. В основном я всегда его использую, когда хожу в супермаркет или небольшие магазины. Ну, например, я сходила в супермаркет. Обычно у меня средний чек это 2-3 тысячи тенге. Соответственно, я его загружаю в приложение, и кэшбэк как минимум 100 тенге или чуть-чуть выше. Тогда я, получаю, могу перевести этот кэшбэк на баланс телефона. После загрузки чеков в приложение бонусы с покупки поступают в течение 24 часов на баланс телефона или в онлайн-кошелек. В скором времени накопленные баллы можно будет использовать на покупки товаров с виртуальных торговых площадок. Совершайте покупки и обменивайте чеки на бонусы с помощью приложения DoSmart.